Сотрудниками госохотнадзора продолжаются поиски крупного медведя, который несколько дней назад снял с ошейника и съел кавказскую овчарку. Напомним, кровожадное пиршество прошло всего в нескольких метрах от жилого многоквартирного дома по улице Речной. Сейчас ведутся активные поиски хищника. Опытным специалистам помогают организованные добровольцы. Эти две ночи, которые прошли после инцидента, постоянно ведется, было патрулирование первую ночь четырьмя машинами, были привлечены служебные собаки, лайки натасканы конкретно на медведя. Вчера патрулировали двумя машинами. В одном месте была засада сделана на медведя в месте нападения на кавказца. Вторая машина патрулировала вплоть до водохранилища. Данные мероприятия будут продолжаться до тех пор, пока животное не будет отловлено и возвращено в среду обитания подальше от Магадана. Между тем, по словам специалистов, в среднем ареал обитания бурого медведя составляет около 5 квадратных километров. Вполне вероятно, что далеко от места нападения на собаку хищник не ушел. В связи с этим жители города убедительно просят воздержаться от прогулок за чертой города, особенно в ночное время суток, а также не проявлять инициативу в самостоятельном поиске медведя.